have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Страх овладевает нами, но мы чувствуем прилив сил, что не может не радовать. Давайте сначала выйдем отсюда. Сходил я за вторым секретиком, за второй картой, и мне встретился опять же этот чувак, который пытался нас надурить, я его убил. С этим у нас нет проблем, но мы на месте, да. Я вот подумал, прежде чем мы пойдем аж туда, аж к водному чудищу и всякое такое, давайте все-таки попробуем жахнуть мидбоя и все соответствующее этому. И мне еще также интересно. Так, атака, атака, атака. Да. Я не знаю, на что рассчитаны эти пауки. Сидит скелет. Сейчас я потихонечку вспомню вообще, что тут происходит. Так, два белых флакона, факел, супер. А, это у нас тут этот люк откроется, да, когда мы сюда упадем. Вот эти твари у нас потом будут ходить. О, это я помню, это я хорошо помню. А, это у нас обычный проход. Короче, мы кругаля дали, да? Красные травы. Вот, в ящике можно найти табак. О, мы его сейчас, кстати, и применим под назначение. Палку. Тоже неплохо. Пять огнив. Стеклянный флакон. Ну да, да. Салями! Неужели? Блин, и сырое мясо. Неужели что-то пожрать нашли? Не знаю, насчет пожрать... вот прям реально проблема. Потому что в этот раз... Сейчас я покурю. Никогда этого не делайте. Только в играх. Маленьких ключа у меня 3 штуки. Фига себе. Где там была эта чертова трубка? Вот она. Да, кто будет? Рыцарь будет пыхать. Никогда не курите. Это только в игре можно делать. Ничего не осталось. Да, это мы кругаля сейчас дали. Хорошо, я понял. А, на секундочку просто. Да, да, все, я понял. В общем, маяк у нас, оказывается, здесь недалеко был. Я забыл, честно, вот эту вот нижнюю часть карты, она немножечко запутанная, я ее подзабыл. На самом деле, мне в прошлый раз этот мидбой хорошенько нервов помотал, поэтому я, наверное, как-то слегка голодна, слегка это еще ничего. У нас есть салями, потом мы можем вернуться к нашему сейву, еще и мяса поджарить, навернуть, вообще хорошо будет. Так, куб глубин у нас есть еще здесь, вот синий флакон, хорошо, хорошо. Хилочки идут, кусок ткани и палку. Ничего стоящего, а жаль. Так, но сюда нам идти сейчас бесполезно, потому что у нас нету... Триплицериновый порошок, у нас нету клона. Нам нужен клон, для этого нам нужно упасть там, в ту лабораторию. Так, не-не-не, без факела я не пойду, извиняйте. А чтобы упасть, нам нужно... О, здравствуйте. Ходишь, камень душ, нормально. По-моему, не здесь. По-моему, нам надо с другой стороны обойти, да? Как раз там, где вот эта штука вылезла. Махабры. Вот это говно ходячее, блин, это вот реально проблема. Вот тут, что ли, где-то проход будет? Ну-ка, погодите. Сейчас посмотрим. Я обыскивал, да, обыскивал, хорошо. Того головастика сейчас надо будет. Червивый сок. Факел готовый. Хорошо. Того головастика надо будет сейчас грохнуть.
грохнуть. Посмотрим. Так, сюда. Сюда. Надо было, наверное, зажечь, кстати, вот эти вот факелы-то. Не знаю зачем, но мне хочется. Или это не здесь? Погодите, я же сохранился. Бросить камень. Камень ударился о поверхность не так глубоко. Прыгнуть. Это здесь, да? Да, это здесь, просто в прошлый раз я с другой стороны снизу прыгал. Все, крутяк. Мы нашли это место. Теперь сделаем шорткатец. Сдвинуть с пути. Все, отличнейше. 4 руки. Да, в этот раз у меня их нету, блин. И копье я тоже забрать не могу. Пилить я никому ничего не буду. 6 серебряных монет. Крутительная трубка. 6 монет. У меня типа деньги начали появляться? На что этот намек? Кап и кан. Так и не научился ими пользоваться, черт побери. Ладно. Это резервуар. С его помощью я выращу себе новое тело и верну потерянную силу. Ты прям вот так вот хочешь? Назра до крови кусает губу, затем он дает крови капнуть в воду. Кровь смешивается с водой самым причудливым образом. Красный след крови медленно завихряется в центре резервуара. В середине кровь концентрируется, постепенно начинает набирать массу. Мне интересно, что будет? Сбежит ли он от меня? Или мне еще и драться с ним? Ну, наверное, нет. Я же его сюда... Ну, хотя, черт его, не знаю. Оболочка человека полностью сформирована. Я и забыл, какие здесь убогие технологии. Хлам чертов. Это тело не выдержит мои силы. Не в долгосрочной перспективе. Что ж, вот тебе и план. Ну и фиг с ним. Лучше мы просто задаем новых богов грубой силой. Я, в конце концов, Назра уничтожитель. Ужас с востока, чума современности. Похоже, что тебе дальше придется играть свою роль слизняк. Что делать с оболочкой? Мне она определенно не нужна. Я могу создать себе подобающее тело где-нибудь еще. Лучше по сравнению с остальными. На нем есть маленькие отверстия. Добавить кровь. Добавить. Себе палец выпускаешь немного крови. Могу. Кровь смешивается с водой самым причудливым образом. Красный след крови медленно завихряется в центре резервуара. Да-да-да-да-да, это мы читали. Я еще и свой клон сделаю. Я сейчас, значит, открою фабрику по выращиванию чертовых клонов, серьезно. Полностью сформировано. Оу-оу-оу, тут сейчас будет контент 36+. Это у нас вообще-то рыцарь, если что, вот вообще вот без доспехов. Ох ты ж, ёп, РСТ. Ютуб, не трогай меня, пожалуйста, дай мне эту серию выложить. Так, у нас две оболочки. Блин, чертовы Адам и Ева. Посмотри на это непотребство просто. Блин, факел, зачем ты так со мной? Я хотел кое-что проверить, погодите. Книга «Алхимилии», «Капитан», поэма о любви и мучениях, «Сказка», «Магия крови», «Книга страхов», «Анатомия», «Алхимилия», «Братство», «Доктрина о живом». А, блин, у нас нету рецептов, вот в чем проблема. Нам еще, пардоньте, нам еще, кстати, предстоит найти нахождение третьей карты, еще в старую книгу сходить, книга забытых воспоминаний. Короче, да, тут есть еще чем заняться, но я сейчас не об этом, а я сейчас о... Нет, даже не об этом, вот так вот сделать... Кстати, сделать предмет, что мы можем? Мы можем из синих трав еще флакончиков наклепать. Синий флакон, фиолетовый флакон. Синий флакон, красный флакон. Желтый флакон. Кстати, да, надо пойти эту мать, перемать, убить. Зеленый флакон. Мне вот это, пожалуйста. Парочку факелов. А, у меня был. Ну ладно. Ну ладно, по крайней мере, посмотрели на рыцаря.
Я как раз задавался этим вопросом, что будет, она же типа девушка, все дела. Вот, а вот, ну да, вот так вот будет, оказывается. Так, 5 серебряных монет, хорошо. А, значит ли это, что братство... Братство, оригинал. Еще, кстати, чем оригинал отличается от неоригинала? Ну, хорошо, это... Да, успокойся. Это такой вопрос. Белый флакон тоже хорошо. 2 сушеных гриба. 2 томата. Нету книги рецептов. Блин, все приходится жрать сырым. Да, вышло с нами только... Нет! Да, блин. Вышло с нами только рыцарь. Камень душ. Это нужно произносить одним... Не камень душ, а камень душ. Да иди ты в задницу. Раздавите его, пожалуйста, кто-нибудь. Спасибо. Так, что я, наверное, кстати, сделаю? Мне бы... Так, тут я не обыскивал, ничего же еще, да? Обыскать. Орел, черт с ним. А, сейчас! А, слабеет от голода. Блин, в тебя солями надо впихнуть. Во-первых, гнилое мясо. На тебе, я тебя давно что-то не кормил. И на тебе еще одно гнилое мясо. Прям, вот, чтобы тебе хорошо было. Теперь, солями. Где у нас там был кусок солями? На. Прям неплохо, хорошо. Теперь... О, у нас, мы же можем, знаете, чем можем жареное мясо сделать? Да иди ты в задницу! В чем смысл этих пауков? Камень могу взять? Нет, не могу. Понятно. Нет ничего, кроме пыли. Шишка. Шиш. Я думаю, что надо бы пойти сохраниться курительным трубом перед мидбоем, потому что, ну, довольно неплохо нагребли сейчас. Да нету ничего, я уже понял, что ничего кроме пыли, все. Нитроглицериновый порошок можно опять ровный флакончик сделать. Латный доспех. Неплохо. Не то, чтобы он мне нужен, но неплохо. Так, ребятушки. И мы попадаем. Угу. И мы попадаем. И мы попадаем. Я думаю, сейчас быстренько сбегаю, сохранюсь. И потом придем сюда по светлу. А клона нужно... Да, клона нужно в светлое время вставлять. Я что-то подзабыл. Это ж нужно... Или не в светлое? Нет, погодите, клона-то я... Да-да-да-да-да, не в светлое, а в темное. То есть нужно подойти, сделать темное время и притащить клона. Но по светлу мы сюда можем безопасно добраться. Ну, просто сохранение близко. Я здесь убил эту штуку или нет? Вроде да. Мне пришлось эту яжмать убить, которая здесь ходит. Так, костер. А, нет, эту яжмать я не убил. Блин, надо потемно, значит, приходить. Я убил только одну, которая была там. Ладно, сейчас перев... Да, чтоб тебя. Факел. Немножко смущает этот Вельзевул, который тут тусит. Мне его приходится каждый раз обходить немножечко. Ну, черт с ним. Лучше, чем с ним драться постоянно. Мясо пожарить надо. Так. Сырое мясо, да, пожалуйста. Yes, please. Тепло костра. Костро тепла успокаивает. Так, шишка. Блин, у меня столько черники. Она с лечебным эффектом, блин. Но нет. Где это чертово жареное мясо? На, схавай. И не кашляй. Так, хорошо. Сейчас сейванемся и дуем на мидбоя, потому что
Блин, ну тут нет никого. Это чтоб тебя. Наконец-то удалось сохраниться. Я не знаю, сделали бы вот такую механику, что если... Если помещение пустое, на тебя никто не нападет. Сделайте сохранение без монетки. Но это же глупо просто. Так как вот оно получается. Ой, ладно. Идем по светлу. Иди сюда. Так, тут-то мне не надо, наверное. Знаете что? Предметы. Где у нас там? Папа-папа-папа-папа-папа-папа-пам. Где у нас вино было? Флакон с водой. О, с вином. Свино! Я ему заправлю менталку по полной, потому что мне придется лупить этого недоумка. Драться с ним. Дважды, между прочим. Ох, блин, мне это не нравится. В прошлый раз я очень много на него потратил и сил, и нервов, и времени. И вообще вот эти вот потом упыри тоже потом тут лазят, и неприятно становится, потому что они тут лазят. Ладно, черт с ними, пусть подавятся. Идем. Так. Факел, пожалуйста. Поехали. Вроде сюда нам. И сюда. Да. Где оболочка лазит? Тут? Да, вот оболочка лазит. Фига себе, ты накачанная. Вот ее мы сейчас пойдем прикладывать. Разрывать на части. Слегка голодна. Знаешь, куда можешь пойти со своим слегка голодна? Пейте это, пожалуйста. Промах. Нормально. Так, хорошо. Или не в это время... Блин, я время перепутал. Ну, чтоб тебя. Вот не знаю, с этим у меня проблема. Я не могу понять, как оно все. Ну, ладно. Или, по-моему, да, я еще как раз в прошлый раз удивлялся, а как это она в разных временах осталась-то, эта оболочка, она что, вместе со мной путешествует? Но такое, ладно, сейчас, ну, переключалка тут недалеко, сейчас бегаем, сделаем. Так. Кстати, пока ходил за вторым секретиком, встретил нашего друга-паучка, который странненький такой, с интересным лицом. Вот. Ты все еще тут? Да, она все еще тут, все нормально. Да, да. В общем, это как-то работает, не знаю, но ладно. Я теперь просто по музыке вспомнил, что да, это здесь. Сюда нужно по светлу приходить. Итак, ступени ждут начала жертвоприношения. Привет. Телесную оболочку, пришедшую с тобой из подземных пещер. Принести оболочку в жертву, да. Ну давай сразу подеремся, я ж не против. Так, умение. Быстрая. Атака на себя, да. Значит, у тебя... Что у тебя с умениями вообще? У тебя есть контрудар? Есть подсечка, просто тупо атака, тупо рубим. Так, умение. Вот так вот сделай, пожалуйста. Хорошее начало, промах. Ай. Да, этого можешь бить. Он такой разворачивается и смеется после этого. Да хорош! Сколько ты меня бить-то будешь? На. Че у тебя такие руки-то сильные?
Как можно по этой туше промазать? Объясни мне, пожалуйста. Этого можешь бить до завтра. Нет! Просто уничтожил. Предмет. Голубой флакон на Легарда, пожалуйста. Так, хорошо. Все еще дышит, истощенный, сбит. Да-да-да-да-да, обыскать. Ничего ценного. Помним такое. Значит, мне нужно бы, наверное, безлуницу подтягиваем, подтягиваем. Знаете, процедура подтяжки кожи на лице и не только. Ну, все, типа, да? Да, кровь пошла, хорошо. Так, мне что-то нужно. Мне нужно, наверное... флакон с водой, синие травы. Нет, вот так сделать предмет. Раз, два. Парочку флаконов запасу. Короче, да, с лечением проблема. Не знаю, почему. Вот голубой флакон-то у меня сейчас появился. Появился. Так в чем была проблема? Почему он раньше не появлялся? У меня все голубые флаконы. Кстати, я могу сделать из двух синих один голубой, да, вроде как. Да, блин, сейчас, наверное, путаю это. Сделать предмет. Флакон. А, голубой флакон. То есть я могу одну большую хилку сделать. Да, давайте сделаем. Пусть будет экстренная. Одна большая хилка, одна средненькая и одна маленькая. Блин, я с тремя хилками сюда пришел. Черт. Так, умение. Быструю сразу же на себя. Но я даже не знаю, может просто урон в него вносить, в смысле... Уязвим, хорошо. Есть, одну руку сразу отбили. Эту руку сразу отбить не получится, да. А, он сейчас... А, ну, в принципе, нормально. Зря все в голову. Ладно. Да, зря все в голову. Три промаха. Это крайне печально. Вот, все, хорошо. Мы его сбили. Мы его сбили. Теперь давайте, пожалуйста, по-нормальному играем. Так по нему сейчас не попасть. Значит, по первому кольцу. По второму кольцу. Умение, сфера. По третьему кольцу. Третье колесо заклинило. Ай, больно. Не надо, блин, хорош! Почему Легард ходит вообще там последним каким-то? Ну все, колеса позаклинило, конечно, но... Ох, 800.
Черт. Ну, это было, конечно, быстро, но волчицу мы потеряли. У меня нет травы. Так. Измученную душу. Давайте, если я дойду сейчас до сохранения. Если бы до кобы. До во рту росли грибы. Так, во-первых... мне нужна тряпка. Во-вторых, наверное, синий флакон. Вот так вот сделаем. Если я сейчас дойду до сохранения, я сохранюсь, мне придется, наверное, потерять безлунницу. Я тогда схожу за Рангвальдом. Я надеюсь, что он еще там. У нас еще остался потенциально Энки. Вот же твари кусок. Ну и как я тебе пройду там? Вот так, наверное. Я не хочу с ними драться. Серьезно. Не хочу. До свидания. Тут еще один будет вроде, да? Иди сюда. Идем, идем. Уходи. До свидания. Черт, он прямо у меня на пути к сохранению. Нет. А сразу драка, да? Умение убежать? Нет, какой поговорить? Убежать. Умение сферы тьмы. Вот это говно. Серьезно, его можно было так убить. Да, используйте. Камень душ. Обыскать, ничего полезного. Белые ангелы, чтоб вас. Мне нужно провернуть маячок. Да, безлунница умирает от инфекции. Прости, друг, но я тут ничего не мог поделать, это игра решила, это не я решил, это игра решила. Черт. Давайте сохраняемся. Я не буду переигрывать, наверное. Я его с первого раза убил, да, потерял безлунницу, да, это очень печально, но, пожалуй, я не буду переигрывать так, чтобы ее сохранить. Попробуем сейчас сходить, забрать Рангвальда, наверное, если получится. Нам вообще тут больше делать нечего. Черт, не та дверь. Тут нам больше делать нечего, в библиотеке мы были, мидбоя мы забрали, все, нам теперь... По идее, вон туда. Но прежде чем вон туда, к голему, мы сейчас с вами немножечко побэктречим, потому что нам нужно убить еще морское чудище. Нам нужно еще тогда взять себе нового спутника. Погодите, я что-то не понял. Тут же проход. А, ну вот он и есть. Факел. Может, еще какой-нибудь лутецкий отыщем. Кто же его знает. Насчет богини. А кто его? Я не знаю, хочу ли я
к этой богине сейчас ходить. Давайте пока что вернемся в таком состоянии, как есть. Потом будем уже задумываться над тем, как вот эти вот головоломки обратно сложить. Ну, в смысле, думаться. Они не сложно складываются, просто сюда нужно прийти в светлое время. Так. Ну нет же! Ладно, я сохранился. Почему меня ты хватаешь? Вот, мага жри. Во-во-во. Все, до свидания. Ладно, минус еще один. Камень душ, да, давайте. Спасибо, наконец-то, да, до меня дошло, вот, наверное, как очень вот долго доходило, но до меня дошло, какая связь между открытием навыков и... Блин, нафига ж ты слабеешь-то от голода? Где там грибы у нас были? Грибов много, грибами можно вообще ужраться. Но прикиньте, если взять Рангвальда, его же тоже, блин, кормить придется. Дармоеда. Ну, не дармоеда, да, это будет еще один воин, типа. Вот, но его тоже придется кормить. Не спрашивайте, зачем я это сделал. Так, он у нас находится где-то в дереве. Давайте в любом случае сейчас туда. Вот, не мешало бы еще мать убить, но мать убить надо бы в полном составе, наверное. Я бы предпочел сейчас ходить за Рангвальдом, а потом уже... Да хорош. А потом уже идти и крокодила вбить и всякое такое. Ну, вот как-то мое такое ощущение, что стоило бы сначала так поступить. И вообще, по-хорошему сходить бы сейчас сохраниться, да? Черт с ним, схожу сначала сохранюсь. Я не хочу лезть в неполном пати, в какую-то бойню. Не, спасибо. У нас тут есть хороший безопасный сейф. Мы сейчас сюда слазим. И тут же у нас будет неплохой путь к Рангвальду, я так думаю. А, ворона, твари кусок. И по пути к Рангвальду у нас будет местечко, где мы сможем совершить какую-то молитву или что-то такое. Он, тут у нас девочка уже ползает, если что. Ай, прости, волчица. Так, хорошо, ребятушки, давайте тогда, ну, эту серию сделаем чуть покороче. Потому что мы достигли какой-то цели за сегодня. Все нормально, а в следующий раз уже пойдем дальше. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.